Так, какие новости по уточкам? Значит, что? Сегодня утром я пришла посмотреть. Я же там, получается, та утка, которая с этой ругалась, я ей сделала гнездо и туда положила два яйца. Думаю, если сегодня будет третья, значит, все, она определилась, будет там нести яйца, это уже трогать не будет. Ну, не тут-то было. Пришла еще одно яйцо в этой уточке. Собаки не... У нас тут чужие ходят, собаки не дают ничего сказать. В общем, получается, у нее один застывший я нашла, там кольцо такое называется, кровяное кольцо. Я его убрала, это кровяное кольцо. А остальные там, получается, 5 осталось. Даже 6. Вроде бы ничего. Ну и 3, получается, этой утки, которая... Туда несет яйца. Это получается их 9. Ну, не знаю теперь, что будет. Это получается, она сидит теперь и на тех, которые только снесенные. И она, получается, сидит на тех, которые им уже 10 дней. Ну, буду следить, буду забирать просто с под нее тогда утят. И отделять их, и все, чтобы они отдельно бегали. А потом, когда она уже всех выведет, я их всех подсажу. Буду так пробовать. У меня, конечно, такого не было. У меня всегда так села, высидела и все в одно время. Ну, раз такая свистопляска у нас в этом году, вот эта уточка мне придумала. Это чтобы мне скучно не было, да, уточка? Чтоб мне, я тут не скучала. Вот она мне придумала. Вот отруби сегодня я дала, угостила уткам. Ну, утки не голодные, все покушали с утра. Это я так им кинула. Привезли, думаю, поугощаю. Коза вообще отруби, как увидели, господи. Лучше зерна их едят. Лучше дырки. Ну что, вот так уточка сидит, молодец. Надо, наверное, просто записывать. Вот записать, что, допустим, 10 дней просидела эта утка на тех яйцах. Они отделяют, отличаются, они меньше намного. А уже теперь считать? Ну, если я все равно, как я могу считать, если эта уточка каждый день несет, то она будет нести, допустим, неделю 2 яйца. Вот представьте, она, допустим, последнее яйцо... Это аж считать. Ну, в принципе, надо просто позаписывать. И там уже тогда следить. Но надо все равно смотреть, чтобы яйца надо будет проверять, чтобы утят не было. Потому что если утята будут, она же начнет подниматься, там крылышки могут и остыть. Ну, в общем, короче, буду забирать утят теперь. Я все буду забирать, отделять, и будут они отдельно сидеть. Потому что с этими утками, а еще, не дай бог, это увидит, что у нее утята, то вообще будут разборки. В общем, девчонки у меня не поделили гнездо. Всем, короче, понравилось именно это гнездо. И все. Хоть ты стреляй. Хоть ты что тут не делай. Такие дела. А что такие новости у нас? А так, в принципе, пока все хорошо.